Португалии приглашает вас в гости. Мы во втором по величине городе страны. Удивительно, решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. На экране стартовый состав гостей. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Португалия приглашает вас в гости. Мы во втором по величине городе страны. Удивительно, решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. На экране стартовый состав гостей. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Португалия приглашает вас в гости. Мы во втором по величине городе страны. Удивительно, решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. На экране стартовый состав гостей. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Португалия приглашает вас в гости. Мы во втором по величине городе страны. Удивительно, решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. На экране стартовый состав гостей. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Португалия приглашает вас в гости. Мы во втором по величине городе страны. Удивительно, решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. На экране стартовый состав гостей. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Португалия приглашает вас в гости. Мы во втором по величине городе страны. Удивительно, решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. На экране стартовый состав гостей. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Португалия приглашает вас в гости. Мы во втором по величине городе страны. Удивительно, решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. На экране стартовый состав гостей. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Португалия приглашает вас в гости. Мы во втором по величине городе страны. Удивительно, решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. На экране стартовый состав гостей. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Варежно. Теряют они мяч. Атака через фланг. Есть тут свободная правда. На экране стартовый состав гостей.
Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Португалия приглашает вас в гости. Мы во втором по величине городе страны. Удивительным решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. На экране стартовый состав гостей. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Португалия приглашает вас в гости. Мы во втором по величине городе страны. Удивительным решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Варежа. Теряют они мяч.